Основной акцент на безопасности школьников. Свыше 200 нарушений ПДД выявила госавтоинспекция на дорогах Лиды во время проведения акции «Внимание, дети!». Включенный ближний свет, наличие специальных бустеров и детских кресел в машине – пожалуй, главное, на что обращала внимание дорожная милиция, начиная с 25 августа. Так, за время акции к ответственности привлечено 139 водителей, выехавших на дорогу в светлое время суток без ближнего света фар. Еще 47 не предоставили преимущества в движении пешим участникам. Не все водители соблюдают и правила безопасной перевозки юных пассажиров. Таких фактов было выявлено 22. В госавтоинспекции отметили, что начало сентября – время, когда водители должны быть предельно внимательными. Именно в этот период происходит больше аварий с участием детей. Поэтому сотрудники ГАИ продолжают контролировать территории вблизи школ и у самых опасных участков дорог, таких как нерегулируемые переходы. Принятые меры при подготовке и проведении специального комплексного мероприятия «Внимание, дети!» позволили не допустить дорожно-транспортных происшествий с участием детей. Несмотря на то, что специальный комплекс мероприятий подошел к завершению, сотрудники госавтоинспекции города Лиды будут усиленно контролировать пешеходные переходы вблизи учреждений образования, осуществлять контроль за водителями, за предоставление преимущества пешеходам, в том числе детей, которые движутся непосредственно к месту учебы. Также хотел обратиться к родителям, которые управляют, естественно, транспортными средствами и осуществляют подвоз непосредственно детей к учреждениям образования, на безукоризненное соблюдение правил перевозки пассажиров. Напомню, что дети должны быть пристегнуты ремнями безопасности. Если рост ребенка не превышает 150 сантиметров, то перевозка должна осуществляться с помощью бустера, автокресла. К слову о статистике. За 8 месяцев в Лидском регионе произошло 24 дорожно-транспортных происшествия. В 5 случаях пострадали дети. При этом 60% аварий с участием несовершеннолетних произошли по вине самих взрослых.